Саш, мы тебя Диму ведем. Саш, мы к тебе Диму ведем. Слышишь? Чем? Ольга как убежала. Это зачем? Да. Ольга убежала. Костя. Костя. Она Костяну убежала. Костяну убежала. Что же она при любой проблеме, она в соседнюю дверь. Соседу. Да, мы сначала думали, дверь пусть подопрет. А нет, а Дима говорит, а что это я дверь подпирать? Я к Саш пошел. Ложись, а мама там будет поспит да. одну ночь. Ну, давай. Если хочешь, ложись. Конечно. Если хочешь, ложись. Конечно. Не открывается-то. Что не открывается? Кровать свободна, как говорится. Саша, свободна. А чего? Да. А что ты здесь? Ну, я просто, мне здесь нравится спать. Здесь нравится. Да. Но мне как-то одному будет это на кровати тесно. Блин. Ну, я не могу спать вместе, но ты, если хочешь, ты можешь ложиться ко мне. Тебе? Но здесь нам места мало. Ты можешь здесь спать, я могу здесь спать. Да. А здесь хорошо? Ну, на первое время так, что вдвоем-то? Да, только сразу выключаем свет, потому что я спать хочу. Ну все, мам, пошли. Да, да. А ты там? Мам, а вы тогда там, да, поспите? Ничего страшного? Ничего страшного. Там мы, кстати, белье постирали, свеженькое, все чистенькое. А что, к Костяну она убежала? Теперь все собака. На свои места встало. Она же сказала, что не будьте мозг выносить, а сама вынесла. Гасите свет. А, она вынесла ему мозг? Ну, она же сказала, да, что меня все устраивает, грудь меня все устраивает, а сама мозг выносит. А, сама выносит, ага. Свет ну, гасите. Все, тогда ложись здесь. Вот. Все, мам, пошли, не смущай молодых. Мама, ничего страшного? Свет гасите, ну я еще за бельишком приду. За бельишком? Приходите, мама. Свет гасите, а я за бельишком приду. Мы погасим сейчас. Хорошо. Сейчас погасим. Я хочу домой.